На 144 несанкционированных свалки меньше и штрафов на 1,5 миллиона рублей в республиканской казне больше. Таковы первые итоги работы сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов. Рейды проводились в рамках бессрочной акции «Сделаем Крым чистым». По распоряжению Совета министров в рамках проекта профильное министерство также помогает муниципалитетам в благоустройстве территорий. На сегодняшний день нами выявлено 367 мест несанкционированного складирования отходов. Общая площадь замусоренного земельных участков составляет более 661 тысячи метров квадратных. И на сегодняшний день с целью устранения выявленных нами нарушений органами местного самоуправления муниципальных образований приняты меры по устранению 144 мест несанкционированного складирования отходов. Нами составлено 341 протокол и 1,5 миллиона рублей штрафов. Также Минэкологии проконтролируют уборку мусора на набережной Салгира в Симферополе. Как сообщили в ведомстве, одно из коммунальных предприятий вырубило более 40 деревьев, и большинство веток остались лежать на берегу. Убрать их должны в ближайшее время. Кроме того, в министерстве сообщили, что не могут препятствовать самой вырубке, поскольку на территории города за этим должны следить местные власти.